Путин, а скажи, пожалуйста, Донбасс это еще территория Украины? Ну почему субъекты наподобие Луганска, Херсонской области, они взяты. Там живут русские люди, то есть они взяты, это субъект Российской Федерации на Донбассе. На Донбассе тоже живут русские и, значит, сейчас и уже Донбасс наш, полностью практически наш, да, практически полностью. Поэтому это только русские люди. Вот. А Украина, да войны там уже на Украине нет, там уже все страны НАТО воюют против нас, а все хохлы, которые есть, они все прячутся и ныкаются в Киеве. Поэтому Донбасс это уже территория России.